делаешь? Тебя же размажет, идиотка! Тебе домой еще идти! Дома никого! Меня. Деньги взяла и обратно. Пистолет опусти. У меня закончились деньги. Яна. Ян, спокойно. Дай мне пистолет. Хэндехох. Буржуй. То значит, ничего еще не поздно. Если мы на дне, то значит, мы теперь морские звезды. Нужен воздух, чтобы дышать. Завтра подольше побегаем. К отпуску надо форму прийти. Не твоей формы, так нравится. Все. Я после шести теперь не ем. И ты тоже. Что-то не открывается. Наверное, Андрей пришел. Да, изнутри заперто. Бесполезно, не откроет. Ну, дома. Ладно. Я к маме зайду, переоденусь. Пойдем вместе, душ примешь. Сейчас, подожди. Может, с ним случилось что-нибудь. Пьяный, что с ним может еще случиться? Хорошо, скажу на работе, что ты опоздаешь. Андрюха! Андрей, открывай!
Привет. Давай помогу. Мерси. Не, не курю. Наркоман? Я алкоголик. Давно здесь? Прилично. А ты чего? Таблетками передознулась. Родители сюда запихнули. Что здесь происходит вообще? Реабилитация. 12 шагов, психологи. Знаю этих психологов. Ничего, кроме денег, не интересует. Тебя как зовут? Илья. Угу. Илюш. Слушай, а здесь можно чем-нибудь замутить? В смысле? Соображай, таблеток или выпить чем-нибудь на крайняк. Отхода жесткие. Ну, можно. Испалить могут и выгнать. Ну, ты как-нибудь осторожнее. В долгу не останусь. Что, и деньги есть? Как пронесла? В трусах. Тебя как звать? Яна. Яна. Будешь мутить, поедешь домой. Ты что несешь? Я психолог, которому только деньги нужны. Работаю здесь. Деньги вернул мне. Верну, когда выписываться будешь. Пятеро мне должен! Чего ты к ней полез? Работа такая. Ну-ка. Ой, хорош. Илюш, слушай, мне кажется, Андрей сегодня специально дверь запер. Издевается. Ну ничего, я с ним разберусь. А давай ему комнату снимем? Ну что, пусть делает, что хочет. Человек 2 месяца как вышел. Ему время нужно адаптироваться. Да, ну просто работу он не ищет, пьет, дома свинарник устроил. Чем ты его все время оправдываешь? Ну, он брат мой. Да, ну он взрослый человек. Справится как-нибудь без тебя. Ну, неделю, да, отпуска, ну потерпи. Хорошо, я потерплю. Я пока у мамы тогда поживу. Подожди, 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 какая мама? А как я неделю без тебя? Я не знаю. Я не знаю. Леш, Илья, ты с ума сошел. Ты с ума сошел. Он на работе, Крикорович ждет. Пошли, одевайся. Извините. Опаздываете? Да. Извините, пожалуйста. Рассказываю про новую пациентку. Важная информация. Отец ее первый зам главы Росмеда и очень волнуется за единственную свою дочь. Так что максимум внимания, минимум нагрузки. Пусть отдыхает. Она уже отдыхает. Просил выпить достать, чтобы отдыхалась веселее. Руслан, это что? Ты же ее вещи осматривал. Да, осматривал. Все, осмотрел. Денег не было. Я что, и в трусы полезу? В трусы лазить не надо. А деньги изъять нужно. Отец ее собирается приехать, проверить, как мы тут работаем. А он что, специалист по реабилитации, чтобы нас проверять? Настя, я тебе сказал, он из Росмеда. Там все специалисты. Знаешь, сколько это стоит? 2 наши месячные зарплаты. Красиво. Угу. Опа. Ну, как думаешь, сколько эти? Что такое здесь происходит? Повторно досматриваем твои вещи. Может, ты еще что-нибудь принесла? Значит так. Вы вроде, ребята, не глупые на вид, так что давайте с вами договоримся. Вы меня не трогаете, а я тут посижу тихонечко, пока пап не перебесится. Телефон мой мне вернули. Без музыки здесь очень хреново. Телефоны запрещены. Симку вытаскиваешь, и он перестает работать. Нет, не знали? Ян, телефона у тебя не будет, зато будет группа. Это твой бэджик. Вон, оба.
Или ты идешь на группу, или мы сообщим отцу, что ты нарушаешь правила клиники. Зря ты со мной связался. Зря. Ты ей машину дал с водителем, когда ее пьяную поймали за рулем? Да, зато я теперь знаю, что когда она выпьет, она не сядет за руль. Вот я не знаю только, где и с кем она шляется. Ты знаешь? Представь себе, нет. Так бывает. Видит богатая, подсаживают. Пойду к ней, все из нее вытрясу. Когда муж помер, сын приехал. Хотел к себе забрать. Я отказалась. Как я пить буду? Он же запрещает. Теперь внуков ко мне не пускает. Спасибо. Спасибо, Варя. Долго мы еще здесь будем сидеть? Слышь ты, принцесса, заскучала, что ли? А я тебя узнала. Ты у нас в теннисной школе висел на стенке, в рамке. Ты же этот чемпион, Константин Решетников, так? Правда, тебя потом выкинули, Сафина повесили. Ну, в общем-то, висел какое-то время. Что? Алкоголь. Сядь, Кость. Яна специально это делает. А ты у нас всезнайка, так? Ну, когда у человека низкая самооценка, он всегда привлекает к себе внимание. Ах, мне ваше внимание даром не сдалось, неудачники. Ну, среди неудачников ты органично смотришься. Очень даже. Ах. А ты типа какая? А я типа здесь случайно. Чего вы ржете все? Что? А что ты чувствуешь сейчас? Злишься? Даже не представляешь, как. Не представляю. Может, покажешь? С характером, девка. Константин Евгеньевич, можно к вам? Конечно, Яночка, заходи. Как ты себя чувствуешь? На группе переволновалась. Ну, значит, выздоравливаешь. Садись. Наверное. Группа — это очень интересная штука. Ничего не делаешь, слушаешь, говоришь, а на самом деле исцеляешься. Это психотерапия. Я хочу перед папой извиниться. Хочу позвонить ему. Можно от вас позвонить? Мне очень стыдно. Алло, пап. Привет, пап. Так рад тебя слышать. Пап, прости меня, пожалуйста, за всю ту боль, что я причинила тебе и маме. Мне очень стыдно. Пап, привези мне, пожалуйста, чего-нибудь сладенького. Ничего не привезу, доча. Пап, папочка, ты мой самый единственный, самый любимый. Я сделаю для тебя все. Пожалуйста. Яночка, ягодка моя. Выбирайся из своей беды сама. Не звони мне больше. Пап. Умница. Легче. Правда, всегда лучше таблеток. Вот. Возьми, почитай. Это моя книга «Наркомания, не приговор». Тут все последние достижения в этой области. Ну, не только. И, в общем, это...
Ты зачем утром дверь закрыл? Случайно. Ты один? Оля из-за тебя дурака в матери осталась. Извините, пожалуйста. Будешь пиво? А ты работу собираешься искать? 2 месяца у меня на шее сидишь. Ничего страшного. Если ты терпел, ты потерпишь. Сегодня ездил на кладбище к матери. Ты бы хоть ограду покрасил. Ты там был вообще? Был. Давно. Хороший сын. Деньги на краску мне дай. Вместе покрасим. Ну, чё ты расклеилась-то? Бледненькая. Поспала? Нет. Потерпеть нужно. Это все мысли дурные. Откуда тебе знать мои мысли, Галь? У нас у всех одни и те же мысли. Кашку тебе такую вкусную принесла. Поешь, пока тепленькая. Каме снотворное нужно. Нельзя. Мы люди зависимые. Как меня достали! Вали отсюда! Добрый день, Александр Борисович. Как доехали? Добрый день. Где она? Яна в палате. Пойдемте, я вас провожу. Александр Борисович. Спасибо. Кашку ем. Такая вкусная добавка попросила. Я тебе тут еды нормально привез. Спасибо. Сладенькая. Хорошо, тут вкусно кормят. Вот, на занятия ходила. Интересно очень. Дом, конечно, лучше. Янка. Слушай, ты зачем документ порвала? Какие? Из сейфа. А, ну я испугалась. Я же их не подписывала. Ну, так надо было. Я открыл там на тебя несколько фирм, кое-какие счета. Я на себя открыть не мог, и на маму тоже. Теперь понятно. Да, ты мне понадобишься еще юристов и банки. Меня за это не посадят? Да не говори ерунды. Шучу. Ян, кто тебе наркоту продает? Гостили. Кто? Не помню. В клубе. Да хватит врать, я все равно узнаю, кто это. Очень любим. Ты, главное, лечись. Хорошо? Позвольте вам вручить мою книгу «Наркомания и не приговор». Тут все последние научные достижения в этой области и вообще свежий взгляд на проблематику. Звали? Константин Ильич. Познакомься, это Александр Борисович, папа Яны. Здравствуйте. Очень приятно. Илья Русаков, психолог вашей дочери. Ну, позволите поговорить? Да-да, извините, меня ждут дела.
Тоже из бывших? Да. Не понимаю. Больные больных лечат. Врачи должны лечить. Медицина пока бессильна. Ну, как там Яна? Сопротивляется. Вы не церемоньтесь пожестче с ней. Еще я хотел вас попросить, узнайте мне, кто ее подсадил и доставляет всю эту дурь. Ну, с этим вам в полицию нужно. Вы что, не хотите мне помочь? Я хочу помочь Яне, а не вам. Ладно. Ладно, помогайте. Если что, я с вас спрошу. Валер, почитай, потом расскажешь. В офис. К Ритке вези. Ты пропал на неделю. На работе что-то? Рит, ты знал, что Яна ширяется? Саш, ты где такие слова-то взял? Конечно, знала. Ты же ее подруга. Про наркотики знали все, кроме тебя. А почему не сказала? Что я не лезу куда не надо. Ну, балуйся. Что такого? С кем она балуется? Я сказала, что я не знаю. Я давно с ней не общаюсь. Да все ты знаешь. Яна под кайфом в меня стреляла. В тебя? Где она эту дурь берет? Я слышала, что она с Глебом. Достанешь мне телефон этого урода. Саш, пожалуйста, не надо меня никуда впутывать. Мне нужен его телефон. Ты мне его достанешь. С отцом твоим познакомился? Сочувствую. Ты его боишься? Его все боятся. Что он тебе сделал? Купил. Купил свою дочь, это как? Тебя не покупали, тебе не понять. Ну попробуй, скажи, я пойму. Дает мне деньги, я делаю то, чего он хочет. То, чего хочу я, его не волнует. Медаль мне золотую купил в школе. Она мне сдалась, эта медаль. Ее подруга моя лучше должна была получить. Вызывают меня. Вот сюрприз. Стою, значит, на сцене с этой золотой медалью. Ощущение, будто я ее украла. А он фотографирует меня, весь такой довольный. Потом эту медальку в рамку, на стенку и показывает всем. А я без подруги, зато с медалью. Ты можешь от всего этого отказаться? Как же я откажусь? На что наркотики буду покупать? А с ними я и мамочку люблю, и папочку. И жизнь свою развеселую. Ну, жизнь у тебя не такая уж веселая. Ты когда лечить меня будешь, психолог? Знаешь, какое лечение самое продуктивное? Так. То, которого не замечаешь. Держи. А что это ты правила нарушаешь? Мне можно. Спасибо. Губу не раскатывай. Симку вынул, там только музыка. Пятеру мне должен. У меня ни дна врач хорош, только рука тяжелая. Колет, как порося.
Чистый спирт. Аж мурашки по спине. В армии один к трем разбавляли. Хорошо было. Чуешь спиртягу? Хватит тягу-то гонять. С ума сошел. Да ладно, ладно. Доктор еще, у меня метеоризм. Что? Пучит от местной каши. Потерпи, я к тебе попозже зайду. А то про вечер. А, поняла. Не торопитесь. Вода везде. Черт. За техником беги. Трубу прорвало. Помогите воду собрать, а? Я не пойду. Радикулит. Мне нагибаться нельзя категорически. Сейчас, сейчас, Илюш, все сделаем. Досмотрим и сделаем. Да что вы за люди такие? Быстро встали, пошли помогать. Расселись. Алло, принцесса, пульт верни. Добрый вечер. У вас насосика не найдется, у меня что-то заднее приспустило. А, конечно. Ничего, бывает. Бывает. А вы что делаете? А я сейчас тебе все расскажу. Глеб. А мы знакомы? Еще раз ты подойдешь к Яне Миронову, я тебе этим шлангом как жабу надую. Ты меня понял? Ты меня понял? Понял.
Ты что? Ты сейчас спишь? Что ты? Речь у меня есть. 1:3. Армейский. Как Коля учил. Давай за нас, за женщин. Давай, 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 давай. Надо Колю позвать. Отличная идея. Галя, Галя. Ну, Лан, прости меня. Пришлось. А то бы точно с тобой напилась. Вставай, пошли. На ручки. Стоять! Сильно набухалась? А Григорович, ты позвонила? Ясно. Тогда звони отцу, как положено. А ее закрой, пусть резвеет. Завтра выпишем. Значит, это она поток устроила и спирт укрыла. Малику. Ты видел, как он с подъезда? Видел, как он Малику. Ты что такое? Ты не узнаешь его, братан? Ты охренел, что ли, а? Ты мало сидел, еще хочешь? Я ему денег должен. Сколько? 300. Когда успел? В тюрьме долг был, он помог. Почему мне не сказал? Откуда тебе такие деньги? Там дело было на полчаса, машину лево перегнать. Меня тебя прибьют. Я тебя прибью. Долг за Андрея. Как в старые добрые времена? Эти времена закончились. И добрыми они не были. А жаль. До сих пор помню, как ты прямо из салона Ягуар угнал. Всем рассказывал. Где сканер? Сломался. Он денег стоит. Андрея больше не дергай. А чё мне его дергать? Он сам приходит. Видно, дома ему не очень. Лучше, чем в тюрьме. Набухалась, сама расхлёбываю. Это все? Здесь адрес группы. Там собираются зависимые. Пытаются найти новый путь в жизни. Приходи, когда веселье закончится. Веселье не закончится. Я телефон тут потеряла свой. Там фотки важные. Найдешь, верни. Уже иду. Эй! Что все твои пациенты спились? Ирина Михайловна, мама Яны, что мне с ней теперь делать?
Снимите комнату, купите мешок картошки, и пусть делает, что хочет. Главное, не давайте денег. И как она будет жить? Плохо. Ну, может быть, это ее чему-то научит? Может быть, вы и правы. Но боюсь, что муж будет против. Ну, тогда вы это сделаете. Вы могли облажаться с кем угодно, но не с Яной. Ты почему кабинет не закрыла? Оля. Это я не закрыл. Ты вообще уволен. За что? За что? За то. Я тебя предупредил, чья она дочь. Какая разница, чья она дочь? Большая. Ты тоже додумалась. Позвонила отцу. Обрадовала. Ваша дочь у нас меньше суток и уже пьяная. Слушайте, что вы орете на нее? Она сделала все как положено. Надо думать, как положено. Ее отец в ярости, считает тебя виноватым. Кричал, закрою клинику, если ты его не уволишь. Может, поговорить с ним, объяснить? Я не собираюсь увольняться. Мало ли, что он там кричал. Из-за твоих принципов я клинику терять не намерен. Напишу заявление. Я думаю, Григорович нормальный мужик. Слушай, ну не переживай, может, это к лучшему. Отдохнем, найдешь другую работу спокойно. Оля, не отдохнем. Я все деньги за Андрея отдал. Какие деньги? Наши, на отпуск. А как отдал? Зачем? У него серьезные проблемы. Теперь у него нет проблем? Нет. А наш отпуск? Мы в другой раз поедем, прости. Знаешь, другого раза не будет, потому что у Андрея будут другие серьезные проблемы. Я буду вечно ждать свою очередь. Оля. 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 Андрей, я тут подумал, нам пора раздельно жить. Давай я тебе комнату сниму. Я так 4 года дома не был. Чего ты ко мне пристаешь? Ну, просто мы с Ольгой в отпуск не можем поехать из-за тебя. Все деньги пришлось отдать. Я не просил тебя ничего отдавать. Чего ты полез опять? Ну, я полез, потому что маме обещала тебе позаботиться. Ну, вот эти при маме говорю. Не надо обо мне заботиться. Я взрослый мальчик. Андрюх, с тобой невозможно по-хорошему. Просто невозможно. Как с тобой разговаривать? Короче, я принял решение. Ты переезжаешь. Тенат, ты переезжай. Я комнату сдам, хоть денежка будет. Совсем конченый стал за эти 4 года. Пап, я хочу пойти погулять. Папа. А? Я хочу пойти погулять. Завтра с Валерой погуляешь. Пап, ну я гулять хочу. Все, я сказал. Да, любимый. Саш, алло. Саш. Рита? Какой любимый? О, ты что, охренела, подруга? Ты что, с моим отцом спишь? Чего ты молчишь? Я это вообще не то, что подумала. Правда. Ты дуру из меня не делай. Как ты могла
делала вообще? Ты помнишь, на школу возил, а? Как ты моей матери в глаза смотришь в институте? Паскуда! Ян, я тебя очень прошу, давай без скандалов, ладно? Без скандалов? Я придушу тебя тихо, подруга. Мне кажется, я предупредил тебя насчет телефона. Тебе Рита звонила. Перезвони, она скучает. Как ты мог? Это же Ритка. А как мама? Нормально? Ты что, бредишь? Даже единственную подругу забрал. Ты под кайфом, что ли? А ты что, испугался? Куда собралась? Я не могу здесь больше находиться. Да не пойдешь. Будешь сидеть здесь и делать то, что я скажу. Это ты будешь сидеть. Думаешь, я не поняла, что это были за документы в сейфе? Боже. Пусти! Кто? Иди сюда. Папа с Ритой спит! Рита Волкова, подруга моя у тебя в институте. Она врет, она под кайфом опять. Ты когда ее заприметил? В первом классе педофил. Стой, стой, я сказал. Пусти! Я не хочу, пожалуйста, мам! Пошла к себе. Пусти ее! Пусти ее, оставь ее, пусти, я сказала! Оли нет. Мне нужно ее увидеть. Оля не выйдет. Оля, я внизу жду тебя! Глеб, что с тобой? Это не я! Я клянусь тебе, я не сдавала тебя. Да мне пофигу, вали отсюда! Глеб, мне некуда идти, ты понимаешь? Конечно. С тобой же сейчас никто не общается, да? Ты же совсем ку-ку! Ты в отца стрелял! Вали отсюда! Ты дебил со мной так разговаривать! Что, офигела, ты не что должен, ли? Сука! Ты офигела! Офиги мои, ты не боялся брать, а теперь ты боишься! Вали отсюда, я тебе ты сказал! Ты мне должен! Глеб! Глеб, мне некуда идти! Барыга! Люди, вызывайте полицию! Здесь барыга живет! Здесь торгуют смертью! Давай договоримся, курить бросаем вместе. Пусть эти строчки станут припевом нашей песни. Курить бросаем вместе. Курить бросаем вместе. Скажите женщине, дайте позвонить. Да? Привет, мам. Ты зачем все это придумала? Я не придумала, это правда. Я тебе не верю. Зачем ты тогда его ударила? Ты специально все это сделала для того, чтобы сбежать из дома. Ладно, мам, думай, что хочешь. Мне пофигу. Я домой не вернусь. Мне деньги нужны.
Денег не дам. Твой психолог сказал не давать тебе денег. Так что живи как хочешь. Короче, сразу употребить захотелось. Бухнуть или дунуть. Ну, не извиниться, не руку пожать, а убиться. Мне удобно его во всем винить. В общем, как дальше, я не знаю. Что-то накрывает меня, короче. Не употреблял сегодня. Спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо, Илья. Тома, алкоголичка. Привет. Привет, Тома. Привет. Ну, у меня, как всегда, гнев. Ты что там моей матери наплел? А я когда в гневе убил. Звони, говори, чтобы шутил. Мне теперь жить негде, денег нет. Взяли аренду опять повысить. Ты, кстати, пятер должен. Ну, я к директору. Ты что, говорю, а договор? А он, давай в сауну, там договоримся. А я когда трезвый, в сауну не хожу, у меня границы. Не, ну, а что там делать без бухла, правильно? Издеваешься надо мной? Но я его этим договором и по морде. Планк падает, и привет, неуправляемость. Переночевать пустишь? Нет. Давайте потише. Что мне делать теперь? Я же сказала, мешаешь, потише. Держи себя в руках, женщина! Ребят, потише. Правила соблюдайте. Прости, просто новичок на группе. Представься, пожалуйста. Обозначь свои проблемы. Меня зовут Яна, и я наркоманка. Привет, Яна. Привет, Яна. А ты вообще трезвый? Здравствуйте. Да, к сожалению. Привет, я Роберт. Илья, угомони свою подружку, пока я этого не сделала. Ну, Том, я уже... Пусти ее к себе переночевать. У нее проблемы большие, из дома выгнали. Я устроился на работу. С какой-то стати? Если на мехату вынесет. Ну, человек сорваться может, пусти. Не приносит, но отвлекается. Я к ней не поеду, у нее планка падает. Виделся со своими друзьями дворовыми. Ночи сейчас теплые, на детской площадке переночуешь. Ну, не знаю, я уже не вижу с ними какой-то, ну, близости, что ли. Тома? Мне не хочется их видеть, мне... Тамара, возьмите меня, пожалуйста, к себе. Я чувствую отвращение. Мне нравится, что я хожу сюда. Твоя ответственность. Мне становится проще. Спасибо. Спасибо, Роберт. В заключение я хочу добавить, что мнения, выраженные здесь, это мнения только тех, кто говорит. Эй! Спасибо. Завтра увидимся. Что ты взял, что я любить не умею? Ты снова связался с этой сукой. Помоги мне. Я люблю Ольгу, сделай ей предложение. Если ты будешь преследовать моего мужа, я тебя убью. Бывшие. Смотри весь первый сезон. Я люблю тебя. И премьеру. Новый сезон. На себя. Уже на старт.